Профилактика правонарушений несовершеннолетних – это целенаправленная социально-педагогическая деятельность семьи и школы, государственных и общественных учреждений и организаций, направленная на предупредительное устранение риска возникновения отклоняющегося поведения несовершеннолетних посредством формирования у них правовых знаний, социально полезных навыков и интересов. 13 ноября в Мунинском общеобразовательном учреждении прошла лекция-беседа для учащихся 7-8 классов по теме «Профилактика правонарушения среди несовершеннолетних». Перед школьниками выступили мировой судья Вудминского сельского поселения Азамат Хасанов, инспектор ПДН Тимур Бричев, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Руслан Мамишев. Мировой судья Азамат Хасанов рассказал учащимся об ответственности за правонарушения, о причинах и последствиях совершения противоправных действий, привел примеры правонарушений, совершенных молодежью, подчеркнув принцип неотвратимости наказания. Есть определенные нормы правоотношений, которые урегулированы нормами права. Вот если ваши действия против этих норм идет, это уже идет как правонарушение. Виновное действие или бездействие, то есть виновное, человек осознает, что он нарушает осознанно те или иные нормы, которые имеются в обществе. Виновное бездействие и действие. Есть, которые специальными действиями он это делает. Есть просто, когда он просто так сидит, но он должен был сделать, предпринять определенные меры для того, чтобы данные последствия не наступили. Так что несовершеннолетние, прежде чем что-то будете намереваться делать, сначала подумайте о том, стоит ли это того или не стоит. Рано или поздно вы возраст свой достигнете, так что не искушайте свою судьбу на данном этапе. Школьники приняли активное участие в беседе, задали вопросы гостям и получили исчерпывающие ответы по всем интересующим им темам. Следует отметить, что подобные мероприятия в образовательной организации проводятся регулярно. Организатором таких лекций, бесед выступают социальный педагог Гашиунай Макаува, педагог-психолог Саида Безрукова, ну и, конечно же, директор школы Наталья Катунина. Педагоги надеются, что обучающиеся школы станут достойными гражданами нашей страны, воспитанных в лучших традициях народов, проживающих на территории Республики Адыгея, уважающими законы своей страны и законы общества.